Просто маленький сюжет. 15 октября 2019 года. Видите, какие розы у нас цветут вовсю. Жара на улице стоит. Павел Степанович Нахимов, как всегда, на своем месте. Идем дальше, посмотрим. Солнышко, народ отдыхает, народ гуляет. На площади Нахимова городская доска почета. Над Севастополем безоблачное небо. Это тарка наша. Это выход туда вот, на катера. Сейчас сяду на катер и на северную сторону. Дом Москвы на площади Нахимова. Построен при украинские времена во время губернаторства Лужковым в городе Москве. Спасибо ему, никогда не забывал про Севастополь. Он говорил и верил, что рано или поздно Севастополь вернется в Россию. Так и произошло. Дом Москвы был пристроен на площади Нахимова к другому дому. Сделан в том же стиле. В этом доме сейчас находится, видите, что? И в этом доме когда-то жил Лев Николаевич Толстой. В зимний период площадь Нахимова организовали опять стоянку. Летом здесь стоянки не было. А я покупался сегодня, а они воду включили. Шум самолета, шум падающей воды и прекрасно с закрытыми глазами можно отдыхать. Кушка на ремонте. Читаем.